Сила природы в тибетском сборе для суставов. Все известные и популярные препараты для лечения суставов, мази, бальзамы, растирки, созданы для наружного применения, и поэтому они лишь на время снимают болевые симптомы. Болезнь не уходит, а продолжает прогрессировать, добавляя новые симптомы. Культура Тибета, в отличие от других препаратов, действует изнутри и сразу облегчает болевые ощущения. В течение 28 дней тибетский сбор регенерирует хрящевые и соединительные ткани суставов, рассасывает солевые отложения и возвращает подвижность без хруста. Целебный тибетский сбор – полностью натуральный и экологически чистый продукт, состав которого долго находился под стражей тибетских монахов. На протяжении нескольких столетий тибетские монахи сочетали различные травы, чтобы получить целебный сбор. И им это удалось, в тибетском сборе травы подобраны таким образом, чтобы усилить действие друг друга и оздоровить беспокоящие суставы. Полный состав культуры Тибета до сих пор неизвестен, он переходит из уст в уста, потому что ламы наложили запрет на запись рецепта. Не миритесь с болью в суставах, избавьтесь от нее с помощью тибетского сбора. Наслаждайтесь активной жизнью. Чтобы заказать тибетский сбор для здоровья суставов по специальной промо-цене, переходите по ссылке в описании к этому видео. Поторопитесь!